Всем привет, друзья, с вами снова Лаки, и в данном видеоролике мы разберем самый странный аккаунт в Lemonbox. Но сначала интро, но мы начинаем. Погнали! Ну что ж, данный аккаунт у меня уже находится в избранных, и давайте его осмотрим. Данный аккаунт, вот айдишник снизу, решетка 107-409-62. Данный аккаунт мне отправил аноним в Телеграме, и давайте его посмотрим. Всего 1000 кубков, ник отсутствует. На 1000 кубков у него метеоритная слава, что... Так, почти 1.5 часа в игре, 0 скинов, 90 иконок, 5 маленьких ящиков, 5 больших, почти 2700 мега ящиков, 7 омега ящиков, почти 20 тысяч... Стоп, а как он открыл? 403... Что? У него 2000 кредитов, но при том у него метеоритная слава. Для тех, кто не знает, у меня метеоритная слава на этом аккаунте, но я открыл почти 100 тысяч, ну 95 тысяч, да? И при том вот у меня метеоритная слава. Это я еще путь славы не забирал и еще пас, поэтому вот так. Но у него 2215 кредитов, но у него метеоритная слава. Может быть, это баг какой-то, или я даже не знаю. 65 уровень, так, это мы знаем, 2707. Это сколько у него очков сил? 10 сыгранных... Что? А, у него он в ШД играет, понял. У него уже 13 просмотров. Бойцы у него все, но они не фуловые. У него даже Шелли на первой силе, который на 30-м ранге. А, он апнул только Шелли, воу. Нифига себе. Вот это да. А что у него еще? Может быть, у него какие-то персы апнуты первые. То есть у него все на первой? Абсолютно все. Апнута только Шелли. Это реально какой-то мега странный аккаунт, но могу понять его более-менее. Но насчет кредитов, это очень странный реально аккаунт. Возможно, это реально какой-то читер или багаюзер, я не знаю. Но я на него кину жалобу. Я хотя надеюсь, то, что это реально не какой-то читер. Потому что, возможно, это реально читер. Потому что, ну, метеоритная слава на 2000 кредитов, это реально странно, поэтому... Если что, можете на его аккаунт тоже посмотреть, айдишник вы уже видели, даже я вам еще раз его могу показать, вот он. Вот это вот айдишник, вы его сюда вводите, вписываете, вот, там 107, ну и так. И заходите и можете кинуть на него жалобу, потому что вряд ли то, что это честный игрок, скорее всего, это читер. Ну а с вами был Йоки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал. С вами был Йоки, всем удачи и пока!